Здравствуйте! О погоде в стране на 28 октября расскажу вам я, Инесса Назарова. На большей части северных и центральных регионов Казахстана день будет облачным и ощутимо прохладным. Местами пройдут небольшие дожди. В ночные часы на термометрах от минус 4 до плюс 4 градусов. Днем воздух прогреется местами до плюс 7 градусов. В Кокшетау переменная облачность, температура воздуха днем плюс 3 градуса. Ночью воздух остынет до минус 4 градусов. В Костанае ясно, в полдень воздух прогреется лишь до плюс 3 градусов. Ночью температура на термометрах опустится до отметки минус 3. В Петропавловске малооблачно, максимальная температура воздуха днем всего плюс 2 градуса. Ночью на термометрах также минус 3 градуса. В Павлодаре пасмурно, небольшой дождь. В разгар дня температура воздуха плюс 4 градуса, ночью 2 градуса тепла. В Караганде также переменная облачность. Днем плюс 7 градусов тепла, плюс 4 градуса на термометрах ночи. На западе Казахстана влияние теплого антициклона ощущается все слабее, что соответственно скажется на температурных значениях. В Актобе ясно, днем температура воздуха поднимется лишь до отметки плюс 6 градусов, ночью на термометрах минус 2 градуса. В Уральске переменная облачность, плюс 8 градусов в полдень, ночью температура воздуха плюс 1 градус. В Атырау ясная погода, в разгар дня термометры достигнут отметки плюс 10 градусов, также 1 градус тепла ночью. В Актау переменная облачность, температура воздуха днем достигнет 14 градусов тепла, в ночные часы плюс 6 градусов. В южных регионах Казахстана день будет облачным и местами дождливым. Плюс 10, плюс 17 градусов покажут столбики термометров в полдень. В ночные часы местами температура опустится до плюс 3 градусов. В Туркестане переменная облачность, возможен небольшой дождь. Днем температура воздуха плюс 14 градусов, ночью 5 градусов тепла. В Кызыларде также переменная облачность, дождь. 10 градусов выше 0 в разгар дня, плюс 4 градуса ночью. В Шымкенте облачно, ожидается дождь, в полдень воздух прогреется до 17 градусов тепла, ночью плюс 5 на термометрах. В Таразе прогнозируются небольшие осадки, плюс 16 градусов покажут термометры днем, ночью 6 градусов тепла. В Талдыкургане переменная облачность, днем столбики термометров поднимутся до 15 градусов тепла, ночью температура опустится до плюс 3 градусов. В восточном Казахстане ожидается пасмурный день, по-осеннему облачный и дождливый. В Усть-Каменогорске возможен кратковременный дождь. Днем температура воздуха достигнет плюс 10 градусов, в ночные часы плюс 2 градуса. В Семее пасмурная погода, небольшой дождь. Термометры покажут 7 градусов выше 0 в разгар дня, плюс 1 градус ночью. В Алматы осень полноправно вступает в свои права. Ожидается переменная облачность, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха днем поднимется до плюс 15 градусов, ночью 8 градусов тепла. В столице нашей страны, городе Нур-Султан, ожидается пасмурная погода. Без осадков, днем столбики термометров покажут лишь 4 градуса тепла, ночью плюс 1 градус. Метеослужба телеканала «Хабар» желает вам хорошей погоды и крепкого здоровья. Вакцинация от коронавируса поможет защитить себя и своих близких. Жизнь современного человека невозможна без электричества. Но для получения света в наши дома и офисы нужно получить технические условия согласно утвержденным правилам и нормам. Электроэнергия, как и любая регулируемая услуга, имеет утвержденный тариф, и каждый потребитель имеет право на получение информации о том, из чего он формируется и насколько он обоснован. Реально ли сэкономить на оплате за электроэнергию? Да. Средний отпускной тариф фиксированный и не зависит от объемов потребления. Вы платите одинаково по среднему тарифу и за 100, и за 300 кВт. Дифференцированный тариф делится на три уровня в зависимости от объема потребления – минимальный, средний, повышенный – и количество проживающих людей. Вы можете сами контролировать объем потребления, чтобы платить по минимальному тарифу. Каждый потребитель имеет право на получение информации о формировании тарифов и участие в обсуждении тарифов.